Ну, я к вам не прикасался. Я вас не щупал, не надавил, не дал вам лекарства. А у вас все зашевелилось, и вам стало легче. Это чудо или не чудо? Слава пошла обо мне на Запад, а с Запада пришла в Москву. И потом меня забрали в Москву. Разбили с семьей. Приезжаю в Астрахань, рыбаки ловят рыбу. Зарядите нам рыбу. Минуточку, я же не заряжал. Экстрасенсы. Наверное, самые загадочные люди, живущие среди нас. О них очень много рассказано, но при этом о них почти ничего не известно. По мнению одних, экстрасенсы способны творить чудеса. Другие считают их мошенниками. Кто же они такие на самом деле? В жизни Джуны все было необычным. Дочь кубанской казачки и иранского беженца. Необычными способностями обладала еще ее бабушка. Когда девочка была маленькой, семья перебралась из Краснодара в Тбилиси. Здесь началась новая жизнь. В Тбилиси она вышла замуж, родила сына. Здесь же Джуна поняла, что может помогать больным. Потом почувствовала, что я могу лечить. Но... Создали в Тбилиси государственную программу. Там уже мы работали, и физики со мной работали, и медики. Вот. И Слава пошла обо мне на Запад, а с Запада пришла в Москву. И потом меня забрали в Москву. Разбили с семьей. Евгения Давиташвили, более известная как Джуна, в брежневские времена стала для всемогущих органов объектом самого пристального изучения. И потом сунули меня в сербский. Ну, я попросила 2 недели. Поручила ребенка соседям, отдала деньги, все. Я знала, что я оттуда больше не выйду. Но там провели со мной эксперимент в темной камере. Но я не знала, что это там человек. Я думала, что в смертную камеру завели меня. Было шоковое состояние. Потом в темноте я увидела человека. И я начала работать. Подойдите, пожалуйста, сюда поближе. Вот я вам сейчас объясню, что, чего и как. Вы можете даже сесть и заглянуть в этот микроскоп. Значит, там вы увидите еле-еле двигающиеся сперматозоиды. Они немножко еще, то есть еще часа три назад... Не все двигаются. Не все. Вот, часа три назад они двигались практически почти все. Сейчас прошло часа три, у них питание, так сказать, нарушено, но если вы при помощи своих воздействий немножко увеличите их подвижность, это будет, в общем, совершенно... А как вы заметите, что это подвижность? А я буду смотреть в микроскоп. Это воздействие на живую клетку. Но самое интересное, что я от вас чувствую жару. У меня вот сюда разогрелось. Щека. Что, Люся, вы тоже с том, что... А у меня здесь, я чувствую здесь жару. У меня щека разогрелась просто-напросто. Ну, увеличиваться, они теперь уже могут выплыть из поля зрения. Они уже все, они уже подвигаются, то есть они уже начинают двигаться и выплывают из поля зрения. В любом случае, процент подвижных форм резко увеличился. Да, процент подвижных форм увеличился. Об экстрасенсах в Советском Союзе заговорили еще в начале 70-х годов прошлого века. Раньше таких людей называли колдунами, шаманами, пророками, знахарями. Экстрасенс – человек, обладающий экстрасенсорным восприятием, то есть способностью воспринимать окружающий мир без участия известных органов чувств – слуха, зрения, осязания, обоняния и вкуса. Под понятие экстрасенсорики попало все, что невозможно было объяснить с точки зрения традиционной науки. Лечение людей без хирургического вмешательства и лекарств. Телекинез. Способность прогнозировать будущее. Об экстрасенсах стали писать в газетах, снимать фильмы. Официальная академическая наука некоторое время отмалчивалась.
а потом объявила всех, кто заявлял о своих экстраординарных способностях, шарлатанами и мошенниками. Вы знаете, в отличие от Средневековья, в настоящее время наука достигла уже очень высокого уровня. Создано, ну, не создано, естественно, а открыто множество законов природы. Эти законы подтверждены многократными экспериментами. Поэтому есть некая фундаментальная база науки. И вот когда возникает нечто совершенно новое, то сразу можно посмотреть, противоречит это основным законам природы или не противоречит. Если не противоречит, тут что-то может быть. Если противоречит, то это заведомая лженаука. Как ни удивительно, но ни КГБ, ни МВД к мнению ученых не прислушались. Поэтому, начиная с середины 60-х годов 20 века, как только появлялся человек, обладающий необычными талантами, он тут же оказывался под пристальным наблюдением Комитета госбезопасности. Экстрасенс мог принести пользу советской власти, а мог стать и злейшим ее врагом. Кто знает, чего можно ожидать от человека, способного видеть насквозь или перемещать предметы на расстоянии. Были созданы закрытые лаборатории, в которых изучали таких людей. Виктор Балашов, диктор центрального телевидения, обладал способностью лечить руками. Он мог снять боль, понизить температуру тела. Несколько лет подряд он ходил в одну из таких лабораторий. И мне посчастливилось попасть в эту лабораторию. Она была такая, я бы сказал, наверное, закрытая в ту пору. Не для каждого человека. Это была единственная в Советском Союзе лаборатория вот по парапсихологии. Конечно, в структуре КГБ подобного рода группы были. В частности, самая знаменитая была группа Васильева, профессора Васильева, по изучению вопросов телепатии, экстрасенсорики, вот этих всех вот вещей. И вот ныне там покойная Нинель Кулагина сотрудничали с этой лабораторией. Сейчас вы видите, как Кулагина участвует в эксперименте по изменению магнитного поля. Кулагина 9 лет была подопытным кроликом советской науки. Телекинетические способности Кулагиной передвигать предметы, не прикасаясь к ним, получили название «феномен К». На протяжении всего срока проведения экспериментов врачи фиксировали у Нинель Сергеевны постоянное повышение кровяного давления, перебои в сердечной деятельности. В 1990-м Кулагиной не стало. В заключительном документе о результатах экспериментов ученые выразили сожаление в том, что работу пришлось прервать в связи со смертью испытуемой. Объяснить природу способностей Нинель Кулагиной так и не удалось. В процессе изучения паранормальных способностей человека выяснилось, что экстрасенсорный дар непредсказуем, как вдохновение. Поэт не может по заказу каждый день с 8 до 12 писать по одному гениальному стихотворению. Также и экстрасенс. Как бы он ни хотел, не может ежедневно проявлять свои способности. Я полагаю, что и в силовых ведомствах, и в каких-то других лабораториях, кто этим занимается, реальных подходов пока к управлению, допустим, телепатическими способностями человека, телекинетическими способностями, возможностью, допустим, перенесения сознания из одного места в другое, все это пока на уровне предположений, домыслов. Сегодня люди, действительно обладающие экстрасенсорными способностями, те, кого когда-то исследовали в секретных лабораториях КГБ и МВД, оказались никому не нужны. Сейчас о них предпочитают не вспоминать, но было время, они легко входили и в кремлевские кабинеты, и в кабинеты Лубянки. История Кулагиной вполне могла повториться и с Джуной. О том, что многие из таких экспериментов могли привести к гибели, Джуна поняла гораздо позже. Потом вывели они меня. Повели к женщине тоже, которая травма головы была и нарушение энцефалограммы головного мозга. Там тоже я изменила энцефалограмму головного мозга.
давление сняла. Около 30 человек меня изучали. Но было сложно. Даже вспоминать это все страшно. Потом в институт Курчатова на мне одели свинцовые перчатки. И какая-то как будка, камера. Туда засунули меня. Рассказы о способностях Евгении Давиташвили дошли до Кремля. После тщательных проверок, проведенных КГБ, Джуну допустили к сильным мира сего, не отличавшимся богатырским здоровьем. Ну, я не сама помогала, меня заставляли, приезжали машины, меня забирали под конвоем. А Леонид Ильич не пускал меня, чтобы меня мучили. Но я сказала, если это правда, я пойду. Но я пережила много, мне трудно все вспоминать. Настоящая слава пришла к Джуне в конце 80-х, начале 90-х годов. Она стала героиней светской и политической хроники. Ее окружали военные и политики, режиссеры и художники. Но после того, как в Советском Союзе началась перестройка, отечественная наука постепенно стала терять интерес к Джуне. Впрочем, о ней уже знали далеко за пределами страны Советов. Если бы я хотела, я бы уже в 87-м году, в 88-м уже осталась бы в Америке. Но я не осталась, даже в Белом доме была. Меня знает и Говард, и Буш, и Билл Клинтон, и Рейган, и Нэнси, все и Хартманы, и Стэнли Крипнер, и Стэнли Кук, все ученые, лауреаты Нобелевской премии. И в Германии хотели меня оставить, и в Италии тоже там. Когда папа римский пригласил меня, я сразу не могла поехать, потому что разрешение нужно было отсюда. Через 2 недели мне дали разрешение, я полетела. Они сразу меня забрали в институт кибернетики и генетики. Несмотря на столь заманчивые предложения, Евгения Давиташвили осталась в России. Сегодня у нее собственный центр, куда за помощью приходят близкие ей люди. Когда я достигла всего, мне стало неинтересно. Я подумала, что это государство не надо. И зачем только мучили, измучили, мою жизнь отняли. Так я не познала ничего в жизни. Вот только в живописи и поэзии, прозе, фантастике я нахожу саму себя. Не оставляя научной, как говорит сама Джуна, деятельности, Евгения Давиташвили с головой ушла в искусство. Она пишет книги, увлеклась скульптурой и живописью. В ее квартире, расположенной в центре Москвы, настоящая художественная галерея. В то время, когда мировую известность получила Джуна Давиташвили, поход за более скромной славой отправились Алан Чумак, Анатолий Кашпировский и Юрий Лонга. Судьба каждого складывалась по-разному, но в отличие от Джуны, ни один из них не был объектом пристального внимания отечественной науки. Все трое получили всесоюзную известность на закате советской эпохи. Каждый из них пробивался на вершину паранормальной славы по-своему, но всех звездами сделало телевидение. В то время я уже занимался целительской практикой, были великолепные, просто великолепные результаты. И ныне покойник Володя Соловьев, мы очень дружили, он говорит, ну давай сделаем программу. Он вел передачу, делал передачу «Это вы можете». Ну, да, помните, да? Интересно, очень интересно. Да. Он говорит, давай сделаем программу. Соберем твоих пациентов, которым ты помог, расскажете. Мы сделали программу, она имела ошеломляющий успех. После такого оглушительного успеха Алан Чумак стал настоящей звездой. По его собственному утверждению, за несколько лет проведения сеансов он излечил едва ли не весь Советский Союз. Вот бутылка воды. Смотри. Чистая, не заряжена. Я говорю, милая вода, стань такой, как я. И давай вместе будем лечить людей.
Заряжали же что? Солидол. Колесные мази заряжали, а не лечили. А водку? Можно. Ну, зачем продукт? А продукт портить зачем? Почти 3 года Чумак заряжал с телеэкранов воду и лечил телезрителей без всякой предварительной диагностики. Обладая, как он сам говорит, мощной энергетикой, Чумак утверждал, что может избавить человека от любого недуга. Что я сделал? Я взял так называемую заряженную воду. Я ее зарядил. Смочил палец. И у оператора смазал вот здесь. Там, где заболел. Минута сейчас пройдет. Ничего болеть не будет. Болит сейчас? Не болит, нога болит. 3 года успешной телекарьеры закончились для Чумака так же внезапно, как и начались. Дистанционное лечение на отечественном телевидении перестало существовать вообще. Ну, Минздрав издал приказ, потому что, значит, Чумак лечит всю страну, а мы, медики, мы ничего не можем. Больная голова у министра Царьгородцева, он был тогда министром, он подписал приказ о запрещении. Сейчас в Думе там муссируется вопрос, запрещать, не запрещать. Что запрещать? Мне запретили молчать по телевидению. Смешно? Мне запретили молчать с экрана телевизора. Вы вдумайтесь, но не больны ли головы? Значит, если мы сейчас с вами замолчим, вот я так, а если еще? О, немедленно снять передачу. Сегодня Алан Владимирович продолжает свою практику. Теперь, конечно, нет той массовости, да и люди сегодня не такие доверчивые, как раньше. Но он по-прежнему считает себя единственным из ныне здравствующих честным экстрасенсом в стране. Ну, я талантливый. Суперталантливый целитель. Про себя я могу сказать. Есть принцип эффектности и эффективности. Эффект и эффективность. Там, где есть высокая эффективность, там не нужно никакой эффектности. Поэтому я молчу. Даже пытаюсь уговорить людей закрыть глаза. И мы молчим вместе. Я знаю эти процессы. А Кашпировскому нужен был разговор без конца. Там нужна была эффектность, потому что очень низкая эффективность. Здравствуйте, да, Анатолий. Здравствуйте. Телевидение? Да. Ну, заходите. Ну, пойдемте пока. Заходите. Ну, на всякий случай скажем, что это Москва. Да. Анатолий Кашпировский только недавно вернулся из длительной поездки по США. В Америке он избавлял людей от лишнего веса. О своей методике лечения Анатолий Михайлович рассказывает так. Организм каждого человека может вырабатывать любые вещества, которые могут быть спасительны для него. Продукция различных гормонов. Например, гормон роста, половые гормоны. Это все наш организм создает, он мудрец. Только надо его мудро наталкивать на то, чтобы он выделял те вещества, которые будут являться лекарствами в борьбе с болезнями, которые в организме есть. Звезда Кашпировского взошла примерно в то же время, что и звезда Чумака. Только в отличие от молчащего лекаря, Кашпировский, напротив, действовал голосом и пронзительным взглядом, который надолго запомнился многим. Мне хотелось бы, чтобы вы усвоили главный принцип. Принцип свободы. Вокруг деятельности Кашпировского по-прежнему идет множество споров. Кто-то говорит, что он спасал неисцелимых больных, кто-то, напротив, заявляет, что гипнотизер калечил. Добавила проблема Анатолию Михайловичу и телевизионное соседство с Аланом Чумаком. Куда ни приеду, приезжаю в Астрахань, рыбаки ловят рыбу. Зарядите нам рыбу. Минуточку, я же не заряжал. В ресторан зайти нельзя.
Обязательно говорят, зарядите котлеты, зарядите коньяк, зарядите водку, шампанское. Но я не заряжал никогда. Я провел уже второй телемост Киев-Тбилиси. Приезжаю в Тбилиси забирать их пациенток. Вдруг читаю в газете «Известия» статью. Появился человек, который выделяет энергию. Вот и такими вот движениями может лечить людей по телевидению. Моя идея была сворована. Идея телевизионного лечения, которую начал еще в 1986 году на алматинском телевидении. Чтобы подтвердить свою силу, в марте 1989 года Анатолий Михайлович провел уникальный сеанс обезболивания. Между Киевом и Тбилиси был установлен телемост. В одной из клиник Тбилиси проходила сложная внутриполостная операция. Кашпировский, который находился в Киеве, на протяжении нескольких часов внушал лежащей на операционном столе женщине Ларисе Юршовой, что она находится под действием мощной анестезии. Марк Григорьевич, мне кажется, что Марк Александрович. Дочь, Марк Александрович, мне кажется, что вы там все анаэробы. Глаза закрываются. Закрывается, поплыло. Закрывается. Отключилось. Закрывается, глаза не разговаривает. Начали с торга. На всем протяжении меня хорошо, четко слышишь. Ничего, присутствие чувствуешь инструмента на всем протяжении. Да не прижигай тебе сосудики, чтобы не кровоточило. Раночки аккуратные очень. Вокруг этой операции тогда велось множество споров. Кашпировского обвинили в мошенничестве и в сговоре с тбилисской пациенткой. Сама же Юршова сделала сенсационное заявление. Во время операции она испытывала чудовищную боль, но по договоренности с Кашпировским терпела и улыбалась. Но вскоре Леся сделала другое заявление, в котором утверждала, что враги Кашпировского уговорили ее оклеветать психотерапевта. А мне сейчас хотелось бы услышать от Леси, когда вы говорили правду по телевидению, 50-миллионной аудитории телезрителей Украины, или вот сейчас. Боли нет, это как зубы было, помнишь? Анатолий Михайлович. Все, теперь кнопку нажал, боли нет. Теперь улыбка. Ну, мне Ольга моргала, ты мне ни разу не моргнула еще. Ну, давай. Леся, ну моргни меня, моргни. Левым глазом. Левым глазом. Вот это другое дело. Все исправляется легко. Я напомню вам, Леся, о том, что вы заостряли внимание телезрителей, что вас показывали крупным планом лицо, вы пели, но не показывали ваши руки, пальцы, как вы царапались, как вы терпели боль, и все это боль, боль, боль. Они мне предлагали 250 тысяч, чтобы я сделать такой ролик 20-минутный примерно, и чтобы я по ходу вот этой пленки, которая у меня, продемонстрировала в своей рубашке, в которой я была на операции, она у меня есть, там прическу примерно такую же сделала. Ну, чтобы вот я буду лежать и делать вот по ходу фильма. То есть инсценировать эту операцию. Да, и буду говорить, где мне было больно, и вот как, вот именно, что я ощущала в этот момент. Сегодня Анатолий Кашпировский, как и 10-15 лет назад, продолжает свою практику. Стадионов он не собирает, ограничивается актовыми залами провинциальных городов. От телевидения его отлучили так же, как и Чумака. Алюминий настоящий. Я думал, что японцев не удивишь. А оказывается, они удивляются, как дети. Но... Я думаю, что они не притворяются, они поэтому и живут до 90 лет, что они удивляются, как дети все. Юрий Лонга примерно в те же годы, что и его коллеги по цеху, стал одним из самых известных экстрасенсов. Правда, в отличие от Чумака и Кашпировского, массовым целительством он не занимался. То, что делал в начале 90-х Лонга, по духу было ближе к шоу-бизнесу, хотя воспринимали его как экстрасенса. Это были и телевизионные сеансы левитации, и прогулки по воде, и сеансы массового гипноза. Я помогаю людям, если человек уходит с облегченной душой и в чем-то более уверен,
своей жизни, разобраться в его проблемах. Вот это уже честная работа. А не говорить, что вот сейчас я щелкну вот так, и вы совершенно будете другим человеком, и вам посыпется с неба счастье, благополучие и все, что хочешь, то это, конечно, ерунда, все это шарлатанство, я такими вещами не занимаюсь. Я думаю, что Кашпировский великолепный был терапевт, психотерапевт, великолепный профессионал в области гипноза. Чумака я недостаточно хорошо знаю и думаю, что это тоже своего рода суггестия. Это немножко другое, чем гипноз. Общение на словах, внушение, что-то такое. Может быть, он владел этим состоянием, именно суггестией. А к Кашпировскому я очень уважительно отношусь. Очень уважительно. Доверять многочисленным газетным объявлениям и телевизионной рекламе, по мнению экс-чародея, вообще нельзя. Вот пришли вы к человеку, он вам не нравится чем-то заранее. Вы чувствуете в нем какую-то фальшь. Поговорите с ним немножко. Если почувствуете, что это не ваш человек, просто уходите от него. И не платите деньги, и не сразу же не договаривайтесь о чем-то, а просто пообщайтесь, и вот на таком обычном человеческом общении вы почувствуете, это шарлатан или нет. Кашпировский, Чумак и Лонга на самом деле звезды. Может быть, шоу-бизнеса, а может и в самом деле экстрасенсорики. Другое дело многочисленные целители, расплодившиеся в последнее время. Практически в любой газете в разделе объявлений можно прочитать десятки призывов ведуний, гадалок, колдуний, экзорцистов и парапсихологов. При этом каждый из них либо потомственный, либо магистр какого-нибудь древнего ордена. Они никогда не стесняются говорить о своем вознаграждении. На каждый вид услуги у них есть готовый прайс-лист. Минимальная стоимость первого посещения такого кудесника в Москве составляет 2500 рублей. И это только прием. После собеседования у вас найдут десяток болезней, порчу с глаз и предложат уникальное лечение. И вот здесь человеку придется раскошелиться по-крупному. На оккультные услуги в городе Москве существуют такие расценки. Снять порчу от 3000 рублей. Навести порчу от 5000 рублей. Подкорректировать карму от 2000 рублей. Восстановить ауру от 1000 рублей. Избавиться от венца безбрачия от 5000 рублей. Лечение алкоголизма на расстоянии от 6000 рублей. Вылечить рак в 4-й стадии от 30000 рублей. Проблема в том, что сегодня очень многие люди, которые занимаются экстрасенсорикой, целительством, вообще всем этим колдовским спектром, они выдают себя за православных людей, они используют иконы, они посылают в храмы. Ну что ж, если бы это слово «лукавый» выглядело с рогами и хвостом, то туда бы никто бы не пошел, правда? Это метод захвата личности. Изяслав Адливанкин – врач-психотерапевт. Он уже около 10 лет работает в Центре по реабилитации пострадавших от деятельности экстрасенсов и сектантов. За это время к ним за помощью обратились более 15 тысяч человек. В последнее время стали появляться бывшие ученики Вячеслава Бронникова. Имя Бронникова стало известно в середине 90-х годов. В его школе учат развивать шестое чувство, раскрывают экран внутреннего видения. По утверждению руководителей школы, ребенок, прошедший курс обучения, становится обладателем уникальных, даже сверхвозможностей. Он может вслепую читать и писать, лечить прикосновением рук, перемещать предметы на расстоянии. Сейчас вы видите занятия в такой школе. Так, хорошо. Есть? Показывает на экране? Да. Значит, давай, рассказывай первую строчку слева направо. Нижнюю? Верхнюю. Верхнюю. Хорошо. Оранжевый квадрат. Есть. И желтый треугольник. Угу, есть. Следующее. Последнее. Черный круг. Угу, отлично, хорошо.
Школа Бронникова стала известна после того, как по телевидению показали 9-летнего Сашу Левита. Он родился слепым, но несколько лет обучения по методу Бронникова вернули ему зрение, если это можно назвать так. С тех пор Саша стал едва ли не талисманом школы Бронникова. Кроме того, что он видит, Саша утверждает, что может проводить диагностику заболеваний. Могут быть ошибки здесь. Могут быть некоторые вопросы, которые связаны с выяснением причины заболевания, нарушения. Спорные моменты могут быть. Для этого существует... Для этого я работаю с врачом, и мы, как экспертная группа, стараемся выяснить, найти причину какого-то заболевания. Мы решили провести эксперимент. В студию были приглашены независимый врач-психиатр и пациент. У Сергея с детства поражение слуха на 80%. Он почти не слышит. Результат осложнения после перенесенного гриппа. Так, смотрим орган слуха. В слуховом анализаторе есть нарушение только информационных потоков. Есть нарушение выходящего потока справа. А по слуховому аппарату нет нарушений. Подвижность косточек в среднем ухе. Нормальная? Нет. Мы попросили прокомментировать то, что происходило в студии, Елену Говедворскую, дипломированного врача-психиатра. Ну, я выскажу, конечно же, свою точку зрения. Вот передо мной лежит медицинская карта заболевания Смирнов Сергей. Вот я вижу, что у него еще с 5-летнего возраста неврит слухового нерва. То, что вот мы слышали сегодня, вы согласны? Диагноз не был поставлен, хотя мы всячески пытались, чтобы люди нам сказали, да, вот, которые в студии здесь присутствовали, чтобы они что-то сказали про этот диагноз. Я думаю, что диагноз достаточно серьезен. И при такой диагностике, при таком уровне диагностики, если она действительно имеет место быть, он не мог не быть незамеченным. Сегодня только в Москве открыто 3 филиала школы Вячеслава Бронникова. Непосредственно штаб-квартира находится в Украине, в Феодосии. Желающих присоединиться к новому учению с каждым днем все больше и больше. Иногда преподавателям Бронникова предоставляют учебные классы обычных городских школ. Дети с удовольствием ходят туда на занятия. Превращая все в увлекательную игру и заинтересовав школьников невероятными перспективами, последователи украинского сверхчеловека расширяют круг его поклонников. К нам недавно обратился муниципалитет, один из муниципалитетов Москвы, большой муниципалитет, где 2800 детей прошли курсы, что ли, своего рода, да, или некоторые были подвержены некоторым методикам по системе Бронникова. Эти методики прокачки третьего глаза. Ну вот, мне кажется, что любой современный человек, обыкновенный, должен как-то насторожиться. Правда? Наверное, любой родитель должен понять, как это прокачка третьего глаза. Может быть, это что-то, по крайней мере, может, это принесет какой-то вред, даже если вы ни во что не верите. Удивительно то, что эти какие-то барьеры, которые должны существовать в любом обществе, они сняты. Так называемые барьеры – это критическое отношение к себе, к окружающему миру и как частное проявление к предлагаемым услугам. Смутные времена слома старых жизненных устоев и рождения новых – многие люди теряют чувство реальности. Все, что происходит вокруг них, не укладывается в привычные рамки. И тогда возникает чувство, что возможны любые чудеса. Тем более, что в средствах массовой информации постоянно публикуются секретные материалы, делаются сенсационные заявления о тех, кого зажимали, не пускали, травили. В этой мутной воде трудно отделить правду от вымысла. Особенно, если человек потерял жизненные ориентиры. Тогда и появляются добрые учителя, обладающие якобы удивительными способностями и обещающие сделать своих учеников здоровыми, счастливыми и богатыми. Многие люди, которые занимались экстрасенсорной практикой, они изучили технологии из области психологии, психиатрии.
взяли их на вооружение, и вместе с синтезом, так сказать, с какими-то сугубо оккультными вещами, оказалась возможность оказать потрясающее влияние на личность. К нам сейчас приходят люди настолько пораженные, настолько, простите меня за это выражение, зомбированные, что нам не всегда удается им помочь. Из десятков людей, которые к нам пришли, 90% пришли по поводу того, что в них стало возникать желание покончить с собой, то есть суицидальные мысли. А некоторые уже и почили, мы знаем таких. Наталью Саурову всегда привлекали различные новомодные течения, связанные с общением с потусторонним миром, с раскрытием сверхвозможностей человека. Несколько лет назад она ходила в секту «Зеленого луча» и в секту «Любецкого». Там их, как говорится, убеждали в их избранности, что они могут делать все, что угодно. Там самое главное, чтобы они вот верили именно в ту концепцию, которую им навязывают. Но вот в секте Любецкого даже им давали галлюциногенные алкалоиды, приправленные 90-градусным спиртом. Был период, когда еще, как говорится, мы жили вместе, я это выливал чуть ли не ежедневно. Евгений, бывший в то время следователем районной прокуратуры, увлечений супруги не разделял, но относился к этому снисходительно. До тех пор, пока осенью 2003 года Наталья не увлеклась учением Григория Гробового. Особенно впечатлили женщину семинары, на которых выступал сам учитель и те, кого он якобы воскресил. Мне удалось прошлый год, так сложились обстоятельства, умереть и воскреснуть. Момент ухода свершился 7 декабря прошлого года. 7 лет назад в одной из областных клиник города Хмельницкого врачи законстатировали мою смерть. Программа, на самом деле, технология вечной жизни, на мой взгляд, и я ее реализовываю. Так что ради жизни людей я на это и пошел. Наталья взахлеб рассказывала дома о новом кумире. Уговорила свою мать сходить вместе с ней на семинар. Прошло совсем немного времени, и две женщины уже говорили и думали только о новоявленном мессии – Григории Гробовом. Но учитель наставлял на путь истинный далеко не бесплатно. Дело в том, что в свое время она вместе с тоже сектанткой своей тещей, моей бывшей тещей, они продали квартиру, завещанную моему сыну. Это граница, после которой уже дальше идти некуда. То есть они, в общем-то, продали будущее финансовое моего сына. Его авторитет, его методы работы с людьми, которые снимают защитные барьеры, в том числе психические, психологические, духовные, соответственно, приводит к тому, что эти люди настолько подавлены, что они воспринимают напрямую эти его идеи, эти, так сказать, его концепции, которые просто становятся потом в итоге в ослабленной личности нормальной клинической болезнью. Терпение Саурова лопнуло, и он развелся. Потеряв семью, Евгений не смог смириться с тем, что так называемый экстрасенс и целитель продолжает действовать, в открытую нарушая закон. По крайней мере, так считает Сауров. Согласно закону о религиозных объединениях, такие организации не имеют права вести финансовую деятельность в течение 15 лет с момента своего образования. Сауров несколько раз присутствовал на съездах учеников Гробового. Наблюдая за людьми в зале, Евгений понял, что попав в секту Гробового, человек полностью перестает существовать как личность. Он становится послушным орудием в чужих руках. Правда, ничего особенного Григорию Петровичу от своих последователей не нужно, кроме денег. Именно они – единственный интерес новоявленного мессии. Фиксированная ставка за прием у Григория Гробового – 39 тысяч рублей или 1400 долларов. Если вы хотите, чтобы учитель сам приехал к вам, то приготовьте уже 10 тысяч долларов.
При этом ни он, ни его приближенные денег не возьмут. Указанную сумму необходимо положить на счет в банке. И в приемной вам надо просто отдать квитанцию, подтверждающую оплату. Кроме того, деньги необходимо платить и за посещение семинаров. Чтобы попасть на один из съездов учеников Гробового, мы проделали все необходимые процедуры. Входным билетом на такой семинар является также квитанция о переводе денег на банковский счет. Ну, как официально, что ли? Нормально? Ну, я сейчас скажу, что как официально. Ну, официально вы кладете на счет Алексею Викторовичу. А ему лично? Карман, что ли? Я не знаю, на счет. Я вбиваю, я плачу, да, ты бабью. Я бабью. А куда пойдет, непонятно. Громче всего имя Гробового прозвучало после Бесланской трагедии. В конце 90-х годов Григорий Гробовой открыл что-то вроде собственной школы. За это время, по его словам, он выпустил тысячи учеников. И двое из них осенью 2004 года появились в Северной Осетии. Беслан все еще был в шоке от гибели сотен детей. Ученики Гробового заявили, что могут воскресить погибших. После такого предложения они сообщили, что за свои услуги просят 1500 долларов. Историей заинтересовались журналисты, и скандал стал неизбежен. Тогда Гробовой отрекся от своих учеников. В результате бесланских событий кто-то где-то под именем того, что они якобы занимаются там воскрешением и какие-то суммы, но мы послали, всех проверили, это не доказано, не нашли ни одного человека, который бы подтвердил, что кто-то брал деньги. Тем не менее, какой-то шум существует, но мы против этого боремся, то есть все лицензиаты, где конкретно написано, что учение о воскрешении бесплатно, безвозмездно, то есть этот шум, фактически он напротив, искореняет тех, кто мог бы это сделать, теоретически даже, то есть фактически помогает выстраивать мою же концепцию. Я говорю, безвозмездно, в договорах безвозмездно, значит, так надо делать. Однако доказать свою непричастность к этому скандалу Гробовой уже не сможет. Сегодня есть десятки, если не сотни свидетелей того, что и сам Гробовой, и его люди готовы были заработать на чужой трагедии. В Владикавказе два его апостола, Кириллов и Егоров, провели собрание, присутствовало не менее 50 человек, но вот они вымогали 39 500 за воскрешение мертвецов. Это было публично, в 100 метрах от резиденции Засохова. Человек всегда мечтал о бессмертии, пока это никому не удавалось, как и нет документальных подтверждений того, что кто-то смог воскресить человека. Сразу заявляю, что это совершенно невозможно на данном этапе развития науки, медицины, экстрасенсорики, магии. Вот на данном этапе развития человечества это невозможно. Вот в 90-х годах я был у истоков этого, и причем не воскрешение и не оживление, а всего лишь навсего восстановление двигательной функции организма. То есть с помощью каких-то точек на теле можно было попробовать восстановить движение рук, ног, там головы, не более того. Не оживал человек на самом деле, мозг не оживал. Точно такого же мнения о Гробовом Алан Чумак и Анатолий Кашпировский. Несмотря на многочисленные разногласия и периодические взаимные обвинения, в отношении Гробового они единодушны. Вы понимаете, почему как бы эта область притягивает большое количество шарлатанов? Она притягивает. С одной стороны, непонятно, можешь ты, не можешь. Проверить-то как? Но сказано, по делам его узнаете его. По делам, по результатам. Знаете, что он сделал? Он второй раз расстрелял расстрелянных. Вот что он сделал. Потому что пришло разочарование. Второй раз он снова нанес удар матерям, потому что так сделать, это надо быть очень жестоким человеком и очень жадным.
Многие известные экстрасенсы сегодня говорят, что на деятельность их благословила Ванга. Знаменитое болгарское ясновидище имело всемирную популярность. К ней ездили кто за помощью, кто за советом, а кто за благословением. Людмила Ким была с Вангой последние 12 лет ее жизни. Ей неоднократно приходилось видеть в доме Великой Слепой и Кашпировского, и Чумака. Сама же она приехала к Ванге потому, что хотела вылечить сына. И она сказала, что ребенок мой будет здоров. Но только никогда не сказала конкретно, когда будет здоров. Потому что я ездила к ней целых 12 лет, каждый раз спрашивала. Она все говорила, через два года. И сколько раз, в конце концов, я даже и с ней поссорилась. Говорю, Ванга, ты мне говоришь, что через два года. Когда они начнутся, эти два года, это когда они кончатся. Потому что за то время, как мы с тобой знакомы, 6 или 7 раз могли начаться и кончиться эти два года, а пока ребенок еще не здоров. Вот. И она мне сказала, что будь здоров, жди, вот. Пока я жду. Людмила Ким очень осторожно говорит о своих сверхспособностях. Она может видеть внутренние органы человека, видеть их болезненные изменения. Когда мне Ванга дала задание, экзамен, поставила передо мной своего племянника и говорит, а что у него? А я говорю, там у него опухоль в желудке. А она как раз была, как вот, как напоминала на этом вот, на большой кривизне, лежала как улиточка опухоль. И эту опухоль взяла и сдернула. Мысленно. Вот. Просто руки удлиняешь мысленно и сдергиваешь ее. У Людмилы Ким есть и свои принципы. Она может выгнать человека из приемной, если тот не слушает ее, ставит какие-то условия. И она никогда не будет лечить больного, если не уверена в своих силах. Вообще, если вижу, что я не могу помочь, я не берусь, как правило. Даже вот у меня очень многие просят за алкоголизм. Людей, очень много людей страдают от алкоголизма. Я не беру, потому что у меня получается почему-то через одного человека. Я люблю, чтобы у меня был 100% результат. Поэтому я отказалась заниматься этим. Именно сверхуверенность многочисленных экстрасенсов и целителей, по мнению Людмилы Ким, и есть первый признак того, что вас обманывают. Настоящие целители, они никогда не пойдут напрямую такую жесткую агитацию, что я, мол, за один день и без греха там вытащу, приворожу, и все ваши проблемы решу за один день, и бизнеса, и любовь там, и жизненные вопросы, и деньги. Ну, короче говоря, все и болезни вылечу за один раз. Такого не бывает. Друзья мои, вы можете то же самое делать. То же самое, я вас уверяю. Не ходите к экстрасенсам. Не нужно вам это. Это неправда. Я говорю, 3, 4, 5 человек на всю страну, которые имеют на это право. Сам Виктор Балашов, несмотря на свои таланты, себя экстрасенсом не считает. Напротив, он уверен, что каждый человек может помочь себе сам. Вы тоже можете? Тоже. Вот у нас энергетические тут точечки есть. Вот они на кончиках пальцев, да? Соберитесь, сосредоточьтесь и желайте добра, желайте здоровья человеку. Тут ничего нет такого противоестественного. Это все естественно. Доверять или не доверять экстрасенсам? Могут ли они оказать помощь человеку? Кто-то обращается к ним и верит, что эти люди способны творить чудеса. Другие считают экстрасенсов мошенниками и ловкими обманщиками. Кто бы они ни были, важно одно. Соблюдается или нет основная заповедь врача – не навреди. А идти или не идти к экстрасенсу – личное дело каждого.